игроки нужны Борису. Ну, тоже пока все очень плотно, вы видите, в обороне слова там. Ух ты! Шайба как скакнула из-за ворот. Ну и в итоге там опасное добивание было. Ну, Ежов вытащил, кстати, вытащил. Мне там вообще интересно, там Зоркин как будто головой сыграл и отправил шайбу на пятак. Из-за собственных ворот. Ну, вот так выглядело это.